Создание новых парковочных мест в Химках. Этот вопрос сегодня обсудили на общегородском совещании с главой городского округа Дмитрием Волошиным. За последние 5 лет в Химках уже появились больше 20 тысяч новых парковочных мест. Еще 16 тысяч планируют создать к 2023 году. Как внушительное число мест для автомобилей можно получить благодаря сотрудничеству с инвесторами и путем строительства многоуровневых парковок? Нужно строить многоуровневые паркинги на этих земельных участках. Но если мы построим многоуровневый паркинг, как на нем будут парковаться льготники, пенсионеры, ветераны, инвалиды, как они машины там будут ставить? То есть мы участок торгуем с обременением, мы говорим, вы когда паркинг построите, 200 мест отдайте бесплатно, пожалуйста, для наших жителей. Также в рамках общегородского совещания обсудили вопрос эвакуации автотранспорта в период проведения осенней и зимней уборки. Если транспорт будет мешать технике, его эвакуируют для своевременной и качественной уборки улично-дорожной сети и чтобы обезопасить дорожное движение. Отметили, в следующем году в городском округе еще на 20 улицах установят знаки «Остановка запрещена», которые информируют, по каким числам и в какое время суток нельзя парковаться, чтобы не мешать уборке снега. Также на обсуждении подняли вопрос транспортных развязок. Чтобы бороться с пробками, к примеру, построят Машкинский путепровод. Кроме того, расширят проезжую часть Ленинградского шоссе в направлении Московской области с целью увеличения пропускной способности.